школе мне вчера сказали, что мы все от обезьян, только я им не поверил, все по Библии поверил. Нашим предком был Адам, жизнью дали ему был дан. Он название дал зверям, ничего про обезьян. По тропиночке крутой я с Христом иду домой. Путь над бездной лежит, но Иисус меня хранит. Темной ночью в холода согревает он меня, защищает от волков, от немедленных врагов. Зной прохладную укрывает, никогда не забывает. Книгу Нового Завета я люблю читать. Из нее потоком света льется благодать, как маяк она сияет среди греховной тьмы, и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы. В школе есть аудитории, и обе хороши. Одна из них для головы, другая для души. В одной мы пробуем читать по азбуке сперва, в другой мы пробуем понять библейские слова. В одной мы учимся читать, делить и умножать. В другой мы учимся Христа любить и уважать. В одной нас учат клеить, шить, когда урок труда. В другой нас учат свято жить, добро творить всегда. Как хорошо, что с детских лет в двух школах я учусь. В одной директор человек, в другой Господь Иисус. И в груди моей сердечко может искренно любить. В нем дано Христу местечко, вместе радостней нам жить. Сам Спаситель Иисус, слышите, стучится. Не в твоем ли сердце Он хочет поселиться? Почему же до сих пор ты не открываешь? Неужели ты Его голоса не знаешь? Сколько счастья у людей, кто ему поверит? Открывайте же скорее Иисусу двери. Если воробей дерется, то без перьев остается, а Христос не учит драться, будем чаще улыбаться. Но улыбки будет мало, чтоб смолилась злое жало. Нужно, чтоб дела святые побеждали нравы злые. Аминь.